национальный флаг Германии поднят над резиденцией президента. Вечером того же дня ликующий народ заполнил улицы и площади столицы. Президент выехал к народу. Море ликующих лиц, голосов. Это была демонстрация единства народа, выражение всенародного доверия президенту Вильгельму Пику и главе Временного правительства республики Отто Гротевольд. Подружный смех прошло по площади Боннское кабаре, запряженный в коляску американского работорговца. День выборов президента республики превратился во всенародный праздник.